Здравствуйте, друзья! Мы снова продолжаем разговор о правде. И мы приехали на Урал к стоящему солнцу Сергею Трофимовичу Алексееву. Ура! Заходите, гости дорогие! Продолжая наш разговор о слогокорнях, Сергей Трофимович, ну, вы восхищались, и нам очень интересно было вернуться к слову о полку Игореве. Как работают слогокорни там? Вот, я так понимаю, что это же язык, который можно считать, если не эталоном, то, по крайней мере, словесами старыми. Дело в том, что, опять же, слово о полку Игореве – это шедевр. Мы говорим, это шедевр древнерусской литературы, написан старыми словесами, то есть речью, которая существовала, допустим, там в 11, 12, 13 веках. Но речью письменной, так не говорили, так, скорее всего, так не говорили. Автор слова о полку Игореве писал поэму, он рассказывал оду, пересказывал оду о походе князя Игоря. И вот эти литературы, там, литературы причем сложившейся литературной традиции, которая существовала не, даже, наверное, не 10 веков. Вот если мы будем брать Гомера, допустим, да, древнегреческую литературу, то это тоже складывалось сначала устное, потом это стали записывать, когда письменность появилась. Но слагали вот эти оды, песни, значит, легенды, сказы, их слагали в определенной ритмической прозе. Эта система слогокорней в слове о полку Игореве, прослеживаются ли вот эти системные образования в нынешней речи? Дело вот в чем. Язык имеет правила, закон, заряд, что ли, самосохранения. И влияние современного, якобы, в кавычках, современного языка на основной, могучий, коренной язык практически не оказывает. Это... В разговорной речи, в той речи, которую мы читаем в СМИ, которая в обиходе, изменения наблюдаются. Но корневая основа языка, она не подвержена никаким изменениям, она сохраняется. И мы, вот что такое магия языка? Вот мы говорили о слове о полку Игореве, о том, что там есть определенный ритм и определенная магия, завораживающая нас. То, что считается темными местами, на самом деле, это места, которые мы не понимаем, потому что мы не можем войти в ту ритмику, в которой, которую ощущали в то время носители этого языка, этой литературной традиции. Они от слух и чувства отзывались вот на эту ритмику. У нас сейчас меняется ритмика внешняя, но внутренняя языковая ритмика остается прежняя, потому что мы пишем стихи в той самой ритмике, в той самой магии, прибегаем к магии языка, к
как только хотим сказать о чем-нибудь символично, глубоко и объемно. Магия языка создает глубину и объем языка. Естественно, восприятие соответствующее языковое. Вот. Поэтому все сохраняется, ничего не исчезает. Напрасно многим кажется, наверное, что вот современный язык начинает как-то действовать на вообще на русский язык в целом. Да, воздействие происходит, но оно опосредованно. Ну, конечно, добавились новые слова и фразеологизмы, и из-за того, что технически вокруг мир стал другим, понятно, что в обиходе не было в средние века интернета. Это факт не бесспорный. Когда мы остаемся сами с собой, когда мы остаемся с ребенком, с близким человеком, мы начинаем все равно говорить, как и... Старыми словесы, как и 2000 лет назад, мы начинаем говорить искренне. Мы не используем интернетный язык, например, там, или технические термины. Мы их не используем, когда общаемся с ребенком, когда общаемся с бабушкой, с дедушкой, когда общаются двое влюбленных. Они говорят на понятном и вечном языке. И вот как это обманчивое явление, обманчивая видимость того, что язык сильно изменился, извратили там, испортили, испохабили. Невозможно испохабить русский язык. У него закон самосохранения настолько глубок, силен, и есть защита от дураков. То есть дар Божий сразу был с предохранителем. С предохранителем, причем поэтому он и дар речи. Вот он, его нельзя изменить, мы не вправе, не в силах, даже если бы мы решили его изменить. Сколько было языковых реформ? Но когда, опять же, мы остаемся один на один с собой, мы говорим и думаем. Мы всегда думаем на том древнем языке, с той ритмикой. Ты создаешь мир языком для себя. Вот твои мысли, мы же думаем словами, твои мысли создают твой личный мир. И вот это как раз и говорит о том, что язык не меняется. Мы, каждый в душе создает свой набор, словарь, набор слов, тот, которыми оперирует, оставаясь сам с собой. Сергей Владимирович, ну, наверное, интересно было бы какой-то эталон, может быть, иметь, потому что все равно нас утаскивает в сторону, прочитал какое-то произведение яркое, посмотрел какой-то фильм. Хорошо, если он профессионально сделанный, там, качественный, да, как мы недавно посмотрели «Рой», да, допустим, когда профессиональная игра актеров заставляет задуматься и о смысле жизни, а может быть голливудская какая-то блестящая, там, блестящий гламур голливудский, после которого и мысли трудно привести в порядок, может быть какой-то как эталонный почитать, да, какой-то есть способ прочитать какое-то стихотворение, книжку, чтобы привести и чтобы думать чище. Но дело в том, что свое любое время, не только наше и не только прошлого века или позапрошлого века, откладывает свой отпечаток на язык. Время откладывает отпечаток, но на тонкий-тонкий слой поверхности языка. Человек, вот я все время привожу этот пример, человек может родиться, вырасти и умереть, используя 2500 слов. Ему больше не надо. Вот 2500, а в русском языке неисчислимое количество слов. То есть 2500 это тоненькая-тоненькая надстройка языковая, она тончайшая, это пыль космическая. Так вот, на уровне пыли, влияние современности на язык как космическая пыль. Потому что дальше идет земная толща, идет, не знаю, там песок, глина, скала, потом магма расплавленная и так далее, и центр Земли.
Вот эту мощь никакой не засыпать никогда ни вулканической пылью, ни космической пылью не засыпать. И вот язык это... Какой-то универсальный есть, допустим, почитать Пушкина, почитать стихи? Дело в том, что Чехова, у нас рассказы почитать, народ... Чтобы успокоиться и выправить мысли. Нет, только не Чехова, наверное. Чехов по языку Чехов очень урбанизированный человек. Но современный язык. Современный язык, да. Конечно, надо читать поэзию. Поэзия высветляет рассудок. Поэзия высветляет ум и высветляет чувства. Мы же... И вот очищает мысли. Рассудок, очищает рассудок. Вот дело в том, что влияние кино, например, того же Голливуда, оно ведь тоже опосредованное. Мы ведь смотрим, вот все эти фильмы, они нам нравятся, даже, может, нравятся, за эффекты. Вот эффекты нас поражают. Нам нужно, чтобы картинка поразила воображение. Но мы же очень легко потом это снимаем. Это как, вы знаете, это как это сходить, например, посмотреть, вот никто не видел море, а я приехал, увидел море, вот надо посмотреть море, надо посмотреть горы, надо посмотреть, что такое тайга или, например, степь голая или пустыня. Вот мы смотрим эти фильмы точно так же, как познаем мир. Вот, да, американский мир, вот американское представление о мире, это не мир. Американское представление о мире, они очень хорошо его в Голливуде там моделируют, что называется, потому что на самом-то деле с жизнью это не имеет никакого отношения. Даже в Америке. Да, даже в Америке. И они моделируют и предлагают человеку жить в предполагаемом моделированном мире. Таким образом, мы дошли до вопроса, когда управление человеком, управление сознанием человека. Вот Голливуд чем и занимается, собственно, управляет сознанием человека. В Павде люди неуправляемы. Здесь управлять человеком невозможно. Здесь всем солнцем управляют. Здесь высшие силы. Высшие солнечные. Интересно, что вот в той же книжке описано прохождение саудских братьев, причем Константин тогда философ еще был, да, потом да, он да. уже назвался Кириллом, и да. мог бы вообще и не кириллицей назвать, а константиницей. Кстати, было да, бы честнее, зачитывая наши персонажи. Тем не менее, интересно, что сначала они не уделяли внимания славянскому миру вообще. И когда они сходили в Хазарию, пообщались, попытались переубедить раввина с имамом, у них это плохо получилось. Да. И тут они посмотрели, что перед Хазарией тоже не маленький кусок, и добрый доверчивый народ может повестись. Хотя после этого не так легко было сдвинуть. Вот то, что вы действительно говорите, что вот этот тонкий пласт языка, да. они смогли копнуть. Да. Интересно, что сама буква Ф появилась, да? Вот можно ли уточнить вот этот момент, когда явно реформаторы пришли, реформируя язык, который уже был сложен? Да. И буквицу, азбуку в том числе. Ну, нужно было переводить богослужебные книги христианские на язык. А язык изначально, русский язык, или назовем его еще тогда общеславянский язык, да, он был заряжен на язычество. При этом, как вы пишете, один из встречных им показал Евангелие, уже переведенное на славянский язык. Переведенное на славянский язык и записано русскими письменами. Там так он сам пишет, что русскими письменами записано. Правда, он не уточняет, какими. Дело в том, что нужно было... Салонские братья обнаружили мощную идеологию, которая была спрятана в языке. Они на самом деле были людьми учеными. Они, во-первых, они по природе были славяне, хотя греческого толка, греческого образования, но по природе они были славянами и понимали всю опасность языка, которая исходила, собственно, от вот этой внутренней глубинной
заряженной на язычество, на, в то время считаешься, в Европе считаешься поганым, заряженным, и нужно было записать письменами, такими письменами, чтобы каким-то образом убрать языческую символику, убрать языческую символику, которая заложена в каждом слогокорне. Потому что смысл, вообще они попытались изменить язык, но эта попытка не увенчалась успехом, в любом случае сработал, ну там и защита и от умных дураков, и от дураков неумных, защита стоит мощная. Поэтому у них не получилось, они ввели знаки, дополнительные знаки в ту грамматицу, которую держали в руках, которая у них была. Они ввели дополнительные знаки только для того, чтобы как вспомогательные для перевода с греческого. Ну, что фактически церковные книги перевести. Церковные книги перевести для того, чтобы каким-то образом изменить природу языка. Изменить природу языка, но, видимо, они поняли, что это невозможно сделать. Язык все равно вернул. Вернул. Большинство реформ, да, они все равно вернулись. Вернулись, они сами по себе. Конечно, конечно. Это интересно, что действительно, насколько это крепкий стержень. И вот заканчивая про радугу и про грамматицу, действительно, вот мы говорили про красные, более холодные спектры. Интересно, что вот вы описываете в книге, что действительно переход ниже вот этого видимого фиолетового спектра, он фактически, это то, что мы видим в световом спектре Солнца, мы видим, когда переход здесь в навь, а там в какую-то правь, да, выше красного. То есть, в общем, здесь в этой таблице даже и в самой разработанной системе заложено даже больше, чем сейчас в ней открыто. То есть это некоторый код, который, может быть, предстоит вам или другим исследователям еще разработать. Ну, конечно, потому что когда я коснулся вот этой периодичности языка, слогокорневой основы, я даже не стал забираться вглубь, потому что, забравшись вглубь, оттуда выйти невозможно. Это будешь всю жизнь заниматься только этим направлением. А я не должен этим заниматься, я должен ставить вопросы. А занимаются пусть ученые, но они в конце концов на госбюджете сидят и проедают наши налоги для того, чтобы... И очень переживают, если кто-то языком занимается. Да, и переживают. Вот. Поэтому пусть занимаются ученые. Вот я должен заниматься литературой, ведь я языком начал заниматься для того, чтобы глубже познать язык, который мне необходим как инструмент для работы над прозой. Вот я всем поэтам советую изучать глубинную суть языка, потому что не надо придумывать рифму, и не надо придумывать ритмы. Все приходит, если ты знаешь язык. Все приходит. Оно само по себе приходит, потому что ты настолько, и словарный запас у тебя настолько могуч, богат, что тебе не надо искать, листать словари, искать подходящие слова там, по звучанию, там, по ритмике. Значит, все это будет в тебе, и оно начнет рождаться, как у Пушкина. Как у Пушкина. Это интересно, Сергей Владимирович. Возвращаясь к литературному творчеству вашему, можно ли, скажем, в одном из персонажей воплотить, допустим, возможность, чтобы он говорил старыми словесы? Потому что хотелось бы, вот вы профессионально знаете эту тему, мне кажется, было бы очень ярко, если бы один из, хотя бы, весь роман не напишешь, его не смогут прочитать сейчас. Да. Слово полку Игорю, и то читается тяжело, к нему надо возвращаться, как, ну, к памятнику действительно. Можно ли попросить кому-то из персонажей вложить в уста старые словесы? Мне кажется, это было бы загадочно и очень ярко. Ну, я написал два романа,
с попыткой войти вот в эту ритмику. Это азбука Ведаю и «Скорбящая вдова». Писать в ритмике слова «полку Игореве» можно только о вещах исторических, о вещах, которые стали символом. То есть возвращаясь к тому времени еще. К тому времени, потому что для нас, например, времена боярыни Морозовой уже символические, потому что нам кажется, что уже люди так не жили, как мы сейчас живем. Тем более времена Святослава, князя Святослава, вообще это такая уже глубинная история наша. И поэтому я попытался воспроизвести ритмику. Но некоторые известные писатели, когда прочитали роман «Азбука Ведаю», они мне посоветовали, значит, сломать ритмический строй. Сломать ритмический строй, в частности, вот Валентин Распутин. Значит, он говорит, ну что ты, как Гомер, запел вот ты оду такую вот, ты поешь вот какую-то притчу такую вот. Ну, я скажу честно, «Азбука Ведаю» волшебно читается. Попытался изломать строй в романе, оказывается, изломать уже нельзя. Вот все, что уже легло в слово, я кое-где позбивал ритмику, на этом закончил, потому что нужно было переписывать весь роман. То есть вот этот, эти древние старые словесы, они, оказывается, так здорово, так сильно входят в сознание, и начинаешь мыслить таким же образом. И можно написать целый роман, который потом не переделать, его просто заново цементируется, да, сразу? Цементируется, да. Можно переписать другими словесами, но это будет уже другой роман. Это будет другой роман. То есть язык диктует форму, язык диктует форму и содержание, по сути. Потому что появляется новое содержание, когда ты наполняешь вторым, третьим смыслом, появляется новое содержание. Поэтому, да, я пытаюсь и, наверное, еще буду обращаться к этому. Собственно, ведь ради этого только я начал заниматься языком, языковыми исследованиями, для того, чтобы попытаться понять, найти вот этот ключ, найти ключ к языковой плоти. Когда я как рыба в воде, вот сейчас мне очень легко писать. Я хорошо знаю русский язык. Мало того, что я его знал по природе, а я теперь знаю еще и внутреннюю суть языка. И вот это помогает мне работать, и ради этого все, собственно, и замыслилось. Ну, чтобы успокоить рассудок, читаем «Азбука Ведаю» и ждем новые произведения, написанные белым стихом. Но это не белое, это не в прямом смысле белый стих. Ну, с древними словами. Ритмическая проза. Ритмической прозы, да. Близкие к древним словесам. Да, да. Сергей Владимирович, на Урале мы убедились в чистоте снега, который можно сразу пить. Да. Мы убедились в яркости солнца. А вообще общее состояние природы вот, в произведениях и в своих публицистических материалах вы пишете о том, что, например, нефть – это кровь земли, и варварское скачивание, например, эссе «Россия, мы и мир», где действительно невозможно из земли выкачивать такие невероятные объемы, раньше или позже это не кончится добром. Не кончится. Что сейчас, в каком состоянии? Вот в том числе, вот мне очень интересно ваше мнение по совсем варварскому, на мой взгляд, способу добычи нефти разрывом, гидроразрывом пласта, вот то, что так называемая сланцевая нефть появившаяся. Вот ваше видение, что сейчас с природой происходит? Ну, пилим сук, на котором сидим. Обязательно отзовется сланцевая нефть. Я небольшой специалист в нефтедобыче и в нефтеразработках. Я геолог, но я геолог по минералам. Нефтяная геология – это другая геология несколько. Там у них свои правила, законы и так далее. Мы на занятиях касались нефтегеологии, но
опосредованно. Но сами нефтяники, кто проработал долгое время на нефти, но нефтяники мыслящие, я получил от них информацию о том, что вот эти пустоты заполняются, образующиеся пустоты от выкачки газа и нефти, заполняются другим материалом, изменяется структура Земли, земной поверхности. То есть не земной поверхности, а околоземной поверхности. Да можно мать Земли собой. Ну да, по сути изменяется мантия Земли. Тело же меняется. Тело меняется. Это равносильно, как выкачивать, например, кислород из легких человека, как выкачивать кровь из человека. Земля живая. Заменять ее чем-то другим, водой. И заменять водой, например, да, и заменять углекислым газом. Вот, то есть... Ну, я понимаю, что нефтяное лобби у нас сейчас настолько мощное и сильное и управляет экономикой, собственно, мировой экономикой, что изменить что-либо мы не в состоянии. Сегодня природа заставит изменить. Вот только природа, когда начнет наказывать вот за это истребление, хищническое истребление крови и плоти земной, в том числе и за добычу полезных ископаемых, в том числе и за добычу, наверное, и уголька, мы расплатимся и за добычу железа, потому что мы перемещаем огромные массы железной руды и металлов не там, где это находилось в земной коре, где это было заложено как бы природой, да? А перемещаем, и образуются мегаполисы, где количество металла, в том числе, и, например, и золота, и серебра, и других металлов. Даже железо, учитывая, что мы все в магнитном поле живем, это я вот к этому и веду, что мы живем в магнитном поле, мы не понимаем, каким образом воздействуем на магнитное поле Земли. Даже строительство гидроэлектростанций, использование... энергии, электрической энергии, меняет структуру, ну, околоземную, скажем так, электрическое напряжение на Земле неприродное, а уже отчасти искусственное. Много составляющих, каким образом человек воздействует на природу, и мы думаем, запасы неисчерпаемые, хотя сейчас уже говорят, да, исчерпаемо все, значит, запасы воздуха неисчерпаемые, будут исчерпаемы, запасы воды неисчерпаемые, исчерпаемые, все исчерпаемо, если таким образом относиться к Земле. Но Земля, люди сами ответят за свой позор и за свою жадность. Потому что то, что сегодня экономика гордится тем, чем гордится она, от этого плакать надо, что наращиваем, продаем по дешевке нефть, там наращиваем производство, добываем все больше и больше, чтобы получить денег больше. Я уже не говорю, что мы о потомках не думаем, это опускаем эту сторону вопроса. Я говорю о том, что мы сегодня физически, воздействуя на поверхность Земли и на ближайшую, по крайней мере, 3-5 километров глубины земной коры, да, воздействуя на это, мы обязательно в скором времени получим отрыжку. Что это будет? Я не знаю. Цунами, извержение вулканов, землетрясение... Проседание почвы. Вот, пожалуйста, сейчас на Ямале. Давно ли я написал о том, что начнутся трещины и воронки? Это я написал... «Россия, мой мир», 2005, наверное, 2004-2005 год я об этом писал. На Ямале воронки. Вот теперь ученые собираются и говорят, воронка, вот от чего-то образовалась воронка. Значит, куда спускаются, изучают. Да ну понятно от чего. Всем все понятно. Нефтяникам и газовикам понятно, откуда эти воронки. Ученым непонятно.
А ученым непонятно, потому что ученым тоже все понятно. Но лобби нефтяное, газовое настолько мощное, что будут добывать, потому что остановить этот процесс может, когда, ну, только сама природа, защищаясь, когда начнется затопление территории, когда начнется затопление территории. Всего, что при этом человек, наоборот, деградирует, вот в этом прогрессе, достигает хищник, у хищника растут только клыки. У хищника клыки растут всю жизнь, причем он их стачивает, они у него все время растут. Только к старости у хищника облавываются клыки. Он начинает там травкой питаться. У нас пока растут клыки. Пока растут клыки, мы будем грызть эту землю. Сиет Афимович, творческие планы какие есть? И какие-то на выходе уже произведения, которые мы ждем в ближайшее время и сможем уже прочитать? На выходе «Карагач». Вторая часть «Карагач», которая называется можно, что «Запах цветущего кедра». Да я опережать события не буду, но там я разрешил все вопросы, которые ставил перед собой, когда задумывал первую книгу. Этот роман сразу был задуман в двух книгах, потому что там нужно было два времени взять. Первое время, когда Станислав молодой, значит, и когда он приходит туда через 25-30 лет, приходит на эти места, и все повторяется. И оказывается, он не жил, уйдя из того мира, вот из мира природы, он не жил, он как будто бы там 2-3 дня пробыл, где-то вернулся, а ничего не изменилось. И все нашлось, то, что он искал 30 лет назад. Вот. Я не буду опережать события, роман вот-вот уже на выходе, там, верстку уже. Весной будете читать новый роман. На столе у меня сейчас лежит новый роман, который называется «Черная сова». Предвосхищать тоже не буду. Это в кавычках опять «Принцесса Укок». Это история, связанная с ископаемой вот этой вот мумией, которую извлекли на плато Укок из скифского кургана. Это все закручено на этом материале, на алтайском материале. Вот. То есть крупицы соли нас ждут? Да, конечно, время. Непременно. Вот. Это у меня на столе на рабочем, поэтому еще раз говорить о нем рано. Надо его еще. Первая книга, в принципе, написана. Но, наверное, это все-таки будет одна книга, только будет большая книга. Это все, скорее всего, работа этого года. Это этого года, конечно. Я закончу, к лету я закончу. Сергей Тарфевич, ну мы ждем от вас не только хлеб, но и соль знаний, потому что гоям нужен свет. Так что творческих успехов. Спасибо. И больших нам свершений. Спасибо. Всем. Спасибо всем. Это всем урок.